Разведёнка с детьми. А я думаю, ни хрена себе, если я, например, разведусь, разведёнка с детьми. Я женщина, которая имеет семью, у меня есть ребенок. Это не ты нас будешь брать, дружок, это мы тебя будем брать семью. Это у меня есть семья, это я выстроила отношения со своим ребенком. Это я приобрела невпипический опыт общения с детьми. Это я дам тебе воспитание твоего ребенка не просто с нуля, какая женщина там бесится, не знает, что с ними делать, а я уже опытная мама. У меня вообще не возникает связки в голове разведенка с детьми. Точно не я. И у каждой из вас должна быть такая разведенка с детьми, в смысле. Опытная мама. Но то, что опытная, я сомнений вообще не имею. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. А еще ты была опытная любовница, да? У которой был муж, а может быть и не было мужа, а просто был любовник, да? Который ставил тебя рачком, любил тебя в разные щелочки, ты получала оргазмы, он на тебя заканчивал там и так далее, да? Вот. Ну, это не только сейчас про нее говорю, как бы, а вообще там про тех вот РСПшечек, которые считают, типа, что она же такая святая женщина, да, что она, вот она такая опытная мама и не только, да, вот. Так ты договори тогда до конца. Да, ты опытная мама, не факт, что хорошая, как бы, потому что хороших мам сейчас тоже не очень-то и много, да, и бьют детей, и ругают зря. Вот они занимаются. И каким там вы сейчас воспитанием занимаетесь? Скажите, пожалуйста, мультики им включаете на целый день, а сама в ютубчике зависает там или в тиктокчике это чаще всего, да? Это ваше воспитание? Что, серьезно, что ли? Я прекрасно вижу продукт вашего воспитания, который сейчас по улицам ходит. Вот примерно вот так вот, как бы. Ну, не все, конечно, не все, но очень многие, да? Вот это с телефона не вылазит, вот это вот этот результат воспитания. Мамы, бабушки и я, как этот шнур, помните, этот пел? Мама, бабушка и я, однополая семья, как бы. Вот какой у вас, какая у вас семья, такое воспитание, собственно, как бы. Никого не хочу там обидеть, никого там, РСПшечки мои золотые, но тем не менее, вы все хорошенькие, пушистые, белые, как бы, но тем не менее, это правда, это правда. И вот то, что я повторил, как бы, мужчине будет тоже напоминание о вашей прошлой жизни.